Ну, сегодня приехали забирать паспорта с продления виз в Куту. И вот здесь вот Бенчворк Молл. Огромный такой, прям на пляже Куты. Вот там вот море впереди. Вот Лера с Виолеттой сейчас там гуляют внутри, а я пока ездил за паспортами. Ну, сейчас пройдем немножко, посмотрим отделы детских товаров, чего можно купить здесь. А вот и Лера с Виолеттой. Мы на самом деле вот за почти полгода здесь, наверное, только четвертый раз. Поэтому для Виолетты, конечно, это отдельное развлечение. Ну и мама тоже любит немножко походить по торговым центрам, вспомнить, как это было раньше. Такой он зелененький, вот с таким, с фонтанами. Мороженое, это, конечно, наша страсть. Виолет, ну какой ты хочешь, иди выбирай. Ну, я ей кремообразный, можно вот этот взять? Давай. А какое? Какое будем? Будем пробовать? А ты со мной поделишься? Точно? Ну давай такой попробуем. Одно возьмем? Да, хорошо. Вот так вот. Везде любовь. We love. Любовь с видом на океан. Ой, такое вкусное. Рыбок любит Виолетта. Рыбки здесь есть там в Нусидуа, у нас в отеле, мы ходим кормить очень часто. И рыбки есть в большом храме Тиртаэмпа. Вообще огромные рыбины такие уже откормленные. Очень красиво приехать посмотреть. И, ну и святые источники тоже. Про святые источники есть видео тоже на этом канале. Посмотрите. Но это такие святые источники именно для святых. А в Тирте, там где рыбки, оно такое больше туристическое место. За вход деньги собирают, ну и особо не осветишься. Вот. И я не знаю, как в России, но на Бали уже инвестируют вот в такие штуки. Такая 3D-развлекуха. Да. Прокатиться можно вон с ветерком. И американские горки, и что хочешь, там любые развлечения. Вот с такими вот очками. Это небо, Виолетта. Лера раз. Небо, да. Короче, я только что снял эту штуку. Это вообще, короче, чума. За этим будущее, ребят. Просто мы там будем жить, видимо, в перспективе. Как фильм «Аватар» примерно так должна быть другую реальность. Да, там просто другая реальность. Где-то увидите, попробуйте, не знаю, я под впечатлением, вообще вынесла мне сейчас мозги эта штука. Не, ну круто, наверное, посмотреть. Ну погонять именно уже, да? Может? Нет, там тема такая, что ты как бы садишься в кресло прям в этой штуке, и у тебя такой типа, да, такой типа у тебя, ну, бот, ну, такой типа мотоцикл, что ли, шарообразный. И ты едешь по каньону, там вообще все, головой крутишь, все вокруг видишь, она реагирует этим сенсором, маска. Ну, в общем, офигенно. Конечно, за этим будущее. Но свалить из реальности будет вообще элементарно, ребят, скоро. Но я вам не советую. Вот так это издалека выглядит. 250 рублей
И вы на 4 минуты просто нахрен сваливаете из этой реальности полностью вообще. Даже с ветерочком. Ну а мы идем дальше. Быстро поедем? Вот на детский этаж и ведет супер медитативный эскалатор. Он 3 раза медленнее вообще, чем все остальные. Даня танцует уже. Уже Даня. Ой, что там? Давай смотреть. Тараканы поплывут. Не санитарный день. У нас позитивное видео о том, как хорошо на Бали. Здесь нет тараканов. А если будут тараканы, берете 250 рублей, спускаетесь на первый этаж, одеваете шлем и все. И тараканы вас не беспокоят. По крайней мере, 4 минуты точно. Вот такой вот магазин игрушек, Kid Station, к которому мы сейчас подходили. Ну, в принципе, все есть такое приличное. Таких мало магазинов на Бали. Такие, ну, хорошие импортные вещи. Если вы готовы платить, то проблем нету. Сандалики вот крутые для загара. Ну ладно, мы сейчас здесь все перепробуем. Мы, конечно, уже научили Виолетту смотреть вещи в магазине, получать удовольствие бесплатно и уходить счастливой. Но может неожиданно случиться, конечно, истерика. Вон пока Лера с Виолеттой игрушки смотрят, покажу вам, что еще можно тут приобрести. Вот шмоточки детские. Kids. 50%, обалдеть. Но будете на Бали, не ведитесь. Здесь все, конечно, на туриста рассчитано, поэтому здесь скидки постоянно. И, конечно, удачное совпадение, что вы пришли сюда, и здесь скидки. Это всего лишь хитрый маркетинговый ход. Вот игрушки для раннего развития, целый магазин, Easy Learning, Learning, как меня учила преподавательница по-английскому. Ну, Mother Care, не удивишь вас, а нас удивишь, потому что здесь такого очень мало. Коляски вон даже кто-то покупает, не знаю. С местными дорогами коляски не нужны. Об этом я писал в большой статье, как нам с детьми на Бали, в блоге. Ссылочка там под видео на блог, можно почитать. Большая там, и как летели, и с чем столкнулись, и вообще что происходило. Вот игровая зона. Ну, такая приличная по балийским меркам. Спросом особо не пользуются. Немножко люди ходят вон в нее. Ну, опять умножайте, как я говорил, чтобы примерно рубли получить. Вот чики-манки. Это здесь прям, я так понял, детский сад. Но он есть такой же, там тоже в статье писал про детсады. Почитайте. Есть там у нас некоторые мнения, отзывы. А вот здесь побольше. Такая вот интересная. Мы стараемся Виолетту сюда, конечно, не запускать, потому что, во-первых, уйти потом нереально. Немножко сейчас, конечно, зайдем поиграть. И все это, конечно, очень потом стрессово для нее, эти все уходы. Вот, а еще с Бенчелга
Вот такой вот отличный бидон открывается. Ну вот в Бенчвилке суши-ты ресторан, в принципе, неплохой. Сюда заходим время от времени. Ну, если здесь бываем, как правило, тут кушаем. Вот здесь безопасные поребрики для Виолетты, если что. Чтобы далеко не убежала. Ням-ням, да. Возьми щипчиком и покажи, папе. Что это? Ой, это же имбирь, Виолет, да? Лимон и имбирь вообще. Нет бы конфеты любила. Конфеты она любит еще как. Не-не-не, облизывать не надо. Суши-Тэ есть отдельный, большой. Здесь недалеко от Куты, на Sunset Road. Его вот хвалят. Но нам вот здесь нравится. Относительно остального довольно бюджетно и, в принципе, очень вкусно. Вытирай ручки. Вот, ну давай выбирать, пап. Нужна твоя помощь. Ну, я не буду выбирать. Я тут после 7-дневной голодовочки вообще есть не хочется практически ничего. Так, фруктики ем вот утром и водичку пью. Видео дневника, кстати, есть там на этом канале. Если интересно, как похудеть или как очистить тело, посмотрите. Мне нравится. Я ярый пропагандист лечебного голода. Все, до новых встреч. А, ну и самое главное. Давай, Виолет, концерт по заявкам. Давай поставим. Давай, Виолет, как ты играешь? На барабанах-то сыграй. Сыграй немножко. Вот так. У-ля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 . Давай еще. Ля-ля-ля-ля-ля. Ну все, давай. Виолет, пока. Пока. И на бис. Не удержался. Нужно было необходимое дополнение. Все, теперь точно пока. Ну все, мы поехали. Давай, Виолет, заводи. Давай, ба-бай!